Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Алимбет – народный букмекер. Почему выбрал факел? Были ли другие варианты продолжения карьеры? Да, были варианты, но я выбрал факел, во-первых, потому что очень импонирует, как народ ходит на футбол, что столько народа болеет этот клуб. Потому что смотрел, у меня было полгода без футбола, к сожалению, из-за определенных нюансов. Но смотря футбол в премьер-лиге, видно, что болельщики переживают за игру команды. Поэтому для меня это в первую очередь очень важно. Ну и плюс здесь хороший коллектив, хорошее руководство. Надеюсь, что мы выполним те задачи, которые перед нами поставлены, и сохранимся в премьер-лиге. Какие впечатления от города? Успел уже посмотреть? В городе был 2 недели, практически ничего не посмотрел, но ребята сказали, что очень достойный город, и сам я видел, ездил на тренировки там с Игорем Калиным, мы ездили. Город очень хороший, дороги удивили очень. Очень хорошие в городе дороги, на удивление, потому что не во всех городах России такие дороги есть. С кем из парней играл раньше? С кем играл раньше? С Мишей Смирновым играли в Тосно, с Альшином в Тосно. С Ромой Акбашевым в Рубине пересекался. С Игорем Калиным хорошо знаком, но нигде с ним не пересекался. Хорошо общаемся. С кем еще? С Лехой Городовым тоже в Рубине был. Да, так что компания большая. Как вы оцениваете свою текущую форму? Вы давно не имели игровой практики и согласны ли с тем, что вам придется труднее, чем другим новичкам? Возможно, но я в это время все тренировался, пока был без футбола. Поэтому сейчас на тренировках, в принципе, не чувствую себя лишним, так сказать, на футбольном поле. Поэтому с физической формой проблем нет. Есть ли внутренний ответ самому себе, с чем связан спад результативности в последних сезонах? И какой уровень уверенности в том, что в «Факеле» откроется новое голевое дыхание? Вообще, готов ли стать лучшим бомбардиром «Факела» в этом сезоне? Готов, конечно. Нет, здесь вопрос, конечно, в «Туле». К сожалению, так сложились обстоятельства, что мы вылетели с команды. В принципе, довольно плохо играли мы эту часть сезона, когда мы вылетали. И было мало моментов, к сожалению. Поэтому, наверное, я с этим там, в принципе, больше никто и не забивал. Про голевую засуху надеюсь, что она уйдет, и в «Факеле» все пойдет как надо. Чего ожидаешь от матча с «Химками»? Ожидаю победы и, конечно, чтобы... На стадион пришло очень много народу. Нам важна ваша поддержка очень. Потому что без вас тяжело будет. Какой совет дадите воронежским любителям футбола в связи с введением карты болельщика? Совет какой? Совет сделать всем фан-айди и прийти на стадион. Знаете ли о том, что «Факел» принципиальный соперник тульского «Арсенала», с которым воронеж играет? Честно, нет. Но надеюсь, это никак не повлияет на отношение болельщиков ко мне. Есть ли большая эмоциональная разница между игрой против принципиального соперника и матчем против топ-клуба? Я думаю, что нет, потому что сейчас у нас впереди 13 финалов, и любой матч мы должны выкладываться на 100%, чтобы его выиграть. Готов ли, что, возможно, будет лишь один момент за игру, и именно его надо реализовать, самый важный этот момент? Ну, готов, потому что последнее время, так сказать, играю в таких командах, где именно... Бывает и ноль моментов, и надо забить все равно. Поэтому готов, конечно. А вы любитель видеоигр. Уже успели найти оппонентов в «Факеле»? Пока нет, но я думаю, все в процессе. А во что любите играть? Играю в Counter-Strike, но сейчас не часто. У меня 2 детей, поэтому тяжело с ними совмещать как-то. У вас есть хет-трик в ворота «Факела» и есть хет-трик за Тосно в ворота «Арсенала». Какой запомнился больше? Какой запомнился больше? 100% запомнился больше, к сожалению, не ворота «Факела». Потому что ворота «Факела» – это был хит-трик в первой лиге. В принципе, там матч уже ничего не решал. А когда мы играли за Тосно, там у нас была тяжелая достаточно ситуация. И мы проигрывали по ходу матча. То есть, конечно, тот хит-трик, наверное, больше запомнился, как-то отложился в памяти. Еще и 3 гола головой. Да, да. Еще и с выхода на замену. Ну, в голову просто попадали. Все.
что для вас было более важным? Выход на Стэмфорд Бридж против Челси в Лиге Чемпионов? Или в целом более яркий сезон 17-18, когда вы забили 9 мячей и отдали одну голевую? Тяжелый вопрос, потому что это разные абсолютно ситуации. Стэмфорд Бридж – это был выход на 5 минут. Конечно, это отложилось очень сильно в голове, потому что это детские мечты – сыграть там в Лиге Чемпионов, там на чемпионате мира и так далее. Но, конечно, хотелось бы и сыграть, и забить Лиги Чемпионов. Надеюсь, что это в дальнейшем. Про сезон тот. У нас, да, тогда в Тосно подобралась хорошая команда, очень боевитая. От нас никто не ожидал результата. В принципе, я думаю, как сейчас в Воронеже. Но мы выступили довольно удачно. В принципе, ребята перешли в хорошие команды. Поэтому тот сезон тоже отложился в памяти очень хорошо. Как вы реагировали на неудачи в детско-юношеском футболе, если они были вообще? Неудачи в детско-юношеском футболе? Ну, так сказать, я не могу сказать, что там какие-то неудачи были, потому что, в принципе, я за все сборные сыграл в Академии «Зенита», одной из лучших академий страны. Я быстро очень вырос по сравнению с другими моими сверстниками. И получалось так, что я как бы все время был одним из лучших, если так можно сказать. Нет, ни в коем случае я себя не хвалю, но так получилось просто, потому что я быстро вырос. Тяжелее было при переходном моменте, когда из детского юношеского футбола во взрослый. Так там уже, когда уже все окрепли, было намного тяжелее перестраиваться, потому что в детско-юношеском футболе я мог позволить себе там где-то не побежать. И там, ну, то есть за счет того, что я вырос, как бы мне было проще. А когда на взрослый, там уже все окрепли, уже надо было работать на максимуме. Поэтому вот этот переход, наверное, самый тяжелый для футболиста. На что потратился? Самую первую зарплату? Самую первую зарплату. Бутс купил. Вся зарплата ушла? Ну да, у меня с 15 лет был контракт с «Зенитом». Вот 15 лет пошел бутс купил. Что-то маме наблюдал, наверное. Существуют ли у вас какие-то приметы перед игрой? Приметы есть. Все, я больше ничего не буду говорить. Самый сложный матч в карьере или матч, который больше всего запомнился? Самый сложный матч. Самый сложный был, наверное, период, когда Краснодар был, где играл Перейра, Мамаев, Кабаре, Гранквист, Смолов. Когда приезжаешь там в Краснодар, там, в принципе, все, кто приезжал, молились, чтобы не 0-5 было. Но вот это, наверное, вот когда туда приезжаешь, там самое сложное было, потому что темп был бешеный, тогда очень сильная команда у них была, и реально тяжело было играть. А самый запоминающий матч, ну, это, наверное, вот как раз Тосно Арсенал Тула, скорее всего. Да, как-то так. Есть ли у вас какие-то скрытые таланты, которые хотелось бы реализовать? Скрытые таланты? Да нет, не скажу. Ну, пою я плохо. В караоке лучше мне микрофон не давать. Что еще? Стихи не читаю, не пишу. Книги читаю периодически. Что еще? В принципе, я во все виды спорта играю большие. Слушал ли группу «Сектор Газа»? Конечно, конечно. Но «Демобилизация» я знаю, «Туман» не знаю песню. У меня выборочный. Против какого футболиста было труднее всего играть? Труднее всего играть? Ну, по позиции, наверное, центральным защитником, да, наверное. Слушайте, кто на тренировках поразил именно из центральных защитников, это Гарай был в «Зените», когда я начал подпускаться к основной команде тренироваться. Очень сильный центральный защитник, с сумасшедшим пониманием игры, с сумасшедшим первым пасом. Все класс, в отборе сумасшедший. Именно против кого тяжелее всего играть было? Хороший вопрос. Мне просто не хочется никого обижать. Надо всех перечислить, да? Ну, пускай будет, вот с Челси 5 минут я провел, с Рюдигером было тяжело. Вот так, скажем так, для антуража вот это. Самый сильный партнер? Самый сильный партнер. Наверное, это краснодарский. Кабелло, Вандерс, шведы, Ольсен, Классен, Берг. Самый памятный гол? Ну, скажу, Зарубин «Зениту».
кумиров нет. В детстве я очень нравился Роналду, который настоящий. Болеете ли вы за какую-то команду из пятерки топ-лиг? Интер все время болел за них. Как-то за них, не знаю почему, очень сильно переживался. Самое необычное место на планете, в котором вы были? Самое обычное? Не знаю. Ну, банально. Мальдивы. Ну, просто в каких-то экзотических странах, там, по типу Африки и еще чего-то, пока не довелось. Надеюсь, что все впереди. Месси или Роналду? Ну, вот это вот такой вопрос. Я не знаю, мне именно по таланту Месси – это сумасшествие какое-то. То, что он делает с мячом, это нереально. А просто они разные абсолютно. Я не знаю, как их люди сравнивают. Роналдо – это все-таки такой человек, который сделал себя сам за счет работы, за счет того. Месси – это чистый талант в чистом виде. Поэтому, ну, не знаю, и тот великий футболист. Есть ли у вас мечта? Мечта есть, конечно. У всех, у каждого человека есть мечта. Какая? Нет, мечты говорить нельзя. Тогда не сбудется? Тогда не сбудется, если скажешь.